годовщину со дня образования рабочей крестьянской армии военнослужащие 6-й общевойсковой армии встречают вместе с вами на этой героической земле. И как всегда, наши мероприятия все праздничные начинаются именно с этого места. Таких мест по Ленинградской области, да и по всей России очень много. Эти места, они памятны тем, что именно здесь захоронены воины, которые, не жалея своей жизни, защищали свободу и независимость нашей Родины. Внимание, внимание, говорит Иван Город. Уважаемые жители и гости города, по уже сложившейся доброй традиции, мы вновь рады приветствовать вас на нашей информационно-пропагандистской акции, посвященной 103-й годовщине создания рабочей крестьянской Красной Армии. В этом году наша акция проходит под девизом «Этих дней не смолкнет слава» в рамках праздничных мероприятий, посвященных 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Дорогие друзья, уважаемые жители и гости нашего города, 23 февраля – это особенный день, особенный праздник. Праздник, который воплощает в себе доблесть и отвагу российского воина, силу и мощь нашего оружия. В этот день особые слова признательности – всем тем, кто своей профессией выбрал защищать нашу Родину. Всем тем, кто многие годы отдал военной службе. Всем тем, кто достойно выполнил свой воинский и гражданский долг. Здесь проходили огромные, в том числе и победоносные бои, где наши воины показали доблесть и отвагу. Я от всего сердца поздравляю всех нас с этим замечательным праздником. Счастья! Здоровья, благополучия! С Днем Защитника Отечества, друзья! Решением командующего Западного военного округа генерала Картополова, ныне он заместитель министра обороны, именно здесь, в Ивангороде, на Ивангородской земле, проводится самое яркое и самое значимое для нас мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. Я уверен, что эта традиция продлится долгие годы. Сегодня с вами здесь
представителей соединений частей 6-й армии, выставка вооружения военной техники, и вы можете увидеть всю историю наших славных вооруженных сил. С замечательным праздником, Днем Защитника Отечества, мирного вам неба над головой, здоровья, семейного счастья, всего самого доброго от всей души. Спасибо. Далее. Оп. Леша! Давай, давай, давай!